Вектра Б 2.2 турбодизель. Замена масла в коробке механической. Пробка. Вот открутил. Шестигранник. Ну что тут? Что-то есть какая-то пудра. Ну ничего, так нормально. Я считаю, магнит на пробке есть, все. Нормуль. Все крутилось. Значит, сливная находится на старых векторах, там поддон надо снимать коробки, а здесь не надо. Вот здесь вот она стоит. Вот видите. Расстояние такое маленькое, ключом накидным можно надеть на шестигранник и открутить. Масло красное. Где-то 2 литра должно быть. Масло сюда лучше заливать только оригинальное. Не надо никакой там автоматовское лить. Вот здесь должно быть масло специальное. Выглядит оно вот так вот. Вот его номер. ₽1250 стоит мне по закупу. И буду заливать присадку. Вот такую. Пролонг. Вот эта вот присадка. Тюбик рассчитан на 2 литра масла. Что здесь внутри? Что здесь вот такой флакончик. 236 миллилитра. Маданьюса. Так, а заливная находится сверху возле аккумулятора. Практически сразу под аккумулятором. Вон она. То есть вот так сюда засовывается между АБСом и аккумулятором. И вон пробка стоит заливная. Вот такая схема. Думаю, блин, что без шайбы что ли стояла? Ну, шайба, как обычно, спикировала в масло. Закрутил пробку, потом смотрел, а там лежит. Ну, какие-то разводы есть. Хочу замерить, сколько масла. Должно быть 2 литра. Так, 1 литр. Ну, такое. Красное, да, но нифига не автоматовское. Нормальное вроде. Было 1,6 литра. Там вроде 1,8 должно быть. Что такое? Сейчас посмотрим в интернете, что там пишут. Ну, пишут, что типа драйвы 2.ru. Что типа он написал, что на форумах пишет 1.9 влазит, но он почему-то говорит, подстраховался, залил 1.7. Но у меня вот было 1.6. Что сделать-то? Залить 1.8 на всякий случай. Уровня-то нету. То есть уровень не проверить, вот в чем все дело. Такая вот фигня. Хотя если 1.9, то и лучше было бы, чтобы смазка была бы пятой передачи верхнего вала. Я думаю, залью я побольше, наверное. Заливать буду через лыжную палку. И вот такая вот из-под масла удобная воронка. И вот туда прям в коробочку.